На видеосвязь вышли все районы, где разбушевалась стихия. А последствия аномально сильных осадков сейчас практически устранили. Спецслужбы откачивают воду из домов и дворов, которые были подтоплены, и восстанавливают поврежденные электроподстанции. По городу Краснодару задействовано 115 человек личного состава, 58 единиц техники. В настоящее время в Кореновском и Тевышевском районах проходит отработка на общую площадь порядка 45 участков. Всего для проведения мероприятий задействовано было 223 человека личного состава. В районах, где по прогнозам возможны ливни, развернули пункты временного размещения людей, спасатели перешли на круглосуточное дежурство. По прогнозам синоптиков, дожди с небольшими перерывами на Кубани будут идти почти весь июнь, поэтому специальные службы находятся в режиме повышенной готовности.